Вы слышали, что лидер Северной Кореи обязал граждан больше срать? Да, вы правильно услышали. В связи с началом известной болезни в 2020 году страна отрубила все поставки из-за границы, в том числе поставки удобрений из Китая. Запасов хватило лишь на 2 года. В попытках преодолеть проблему правительство решило прибегнуть к новым мерам. Граждан стали обязывать активно сдавать свои продукты жизнедеятельности. Летом 2022 года были введены квоты на сдачу удобрений 150 килограммов с каждого человека в год. И даже на час сократили работу, чтобы у граждан было время отнести пакетик. Ну, а комиссия по управлению сельскими районами пошла еще дальше. Она призвала фермеров сдавать собственную мочу для смешивания с компостом. Норма 2 литра продукта с 7 в день нарушать нельзя. Все собранное добро нужно обязательно отмечать в специальном журнале отчета. Если вы хотите видео про эту тему, вы можете просто написать в комментарии слово «подробно».